Золотую медаль в первый день соревнований Таджикистану завоевать не получилось. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала. Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. В Казани стартовали игры стран СНГ. Хоть ранее и сообщалось, что Таджикистан откажется от соревнований, но, по всей видимости, в последний момент ситуация изменилась, и таджикские спортсмены прибыли на спортивное поле боя. За первый день игр стран СНГ таджикистанцы завоевали 4 медали. Мухаммад Икромов завоевал серебро в вольной спортивной борьбе среди юношей в весе до 61 килограмма. Мустафа Ахмедов также стал вторым в вольной спортивной борьбе среди юношей, но уже в категории до 70 килограммов. Фирус Мирзараджабов пополнил копилку Таджикистана в греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов. Еще одна медаль, но уже бронзовая, заслуга Асламджона Азизова, который заполучил ее в греко-римской борьбе до 55 килограммов. Таким образом, Таджикистан с 4 медалями находится на 6 строчки общего зачета, опережая Узбекистан, Молдову и Армению. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.